Всем привет! Как вы уже поняли, я решил воскресить свой канал. Не знаю зачем, но вот решил заняться. И почитал старые комменты к старым видосам. Так полазил тут в глубине. И в комментариях очень многие, вот реально многие, пишут, что у меня приятный голос, что он для чего-то там годится. Вот. Мне самому свой голос оценить трудно, как вы понимаете. Это то же самое, что в зеркале всю жизнь наблюдать одно и то же хайло, и ты его перестаешь считать красивым, некрасивым, оно просто становится эталонным, твое лицо. Вот. А с голосом ты еще сложнее. Так ты его слышишь через кости, как говорят научные ученые. А когда записываешь и слушаешь со стороны, так просто какой-то мужик. Так что я вот обращаюсь, серьезно обращаюсь. Напишите в комментариях, что у меня с голосом. Может мне пойти в секс по телефону работать серьезно? Сбудется мечта детства. Смогу окучивать по 20-30 женщин ежедневно. Еще и деньги буду на этом поднимать. Ну вот так вот. Жду ваших ответов. Всем спасибо, всем пока.